Сегодняшняя тема. Американская певица Лана Дель Рей попала в объективы папарацци, когда отправилась за покупками и едой в район Studio City в Лос-Анджелесе. На звезде была ультракороткая юбка песочного цвета с разрезами, блуза с цветочным принтом и слипперы с мехом. Образ Лана дополнила сумочкой Гакки на длинном ремне и надела защитную маску. Рука певицы была загипсована, Дель Рей травмировалась, когда каталась на коньках. После того, как фото разлетелись по соцсетям, поклонники обратили внимание, что артистка еще больше поправилась за последнее время. Некоторые раскритиковали ее за откровенное мини, однако большинство восхитилось формами Ланы. «Красотка, ты очень женственная, такая милашка, горячая», — засыпали они комплиментами звезду. Ранее Дель Рей обручилась с музыкантом Клейтоном Джонсоном после нескольких месяцев романа. Читай еще, самые неудачные выходы звезд в мини, Королева, Лолита и еще 8 селебрити ответ хейтерам. Почему я считаю, что бодипозитив – это хорошо, что такое велнес и как он поможет изменить себя даже в кризис. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.